Да, делаю быстрое свешивание эти две оригиналы. 9.1.8 9.2.4, и это Mitsubishi 7 под Mitsubishi Arca. Это AliExpress дешевая, 8 евро. 7.8. И это Kermit RCT Arca NS530. Вот. Это Kermit, это, конечно, нормальный вид. А это Iskar оригинал, и тоже Iskar от TF Chipbreaker квадрат оригинал. У меня только 10 есть. Ну вот. 9.2. И это 7.1.8. Так, и еще буду взвешивать 5.7.6.6 ламина. Сейчас возьму ламину. 1 грамм. Сейчас вот Искар 0.82 грамма. И АПТ 1 грамм. И сейчас еще вот такая марка у меня есть. 3,2 грамма. Вот тоже ламина. А, теперь 4 грамма. Это получается 3,3 грамма. И Таугутек 3,8 грамма. Ну да, это ламина. 4 грамма. Ха. Нормально такая разница. Во. А, тут кажется 3,3. Ну это хорошо идет, 3,3-4. 3,8. Это получается у ламины. Это форма такая типовая. Короче, это был фейк. Вот разница 0,8 и нормальный 1 грамм и нормальный 1 грамм. Короче, 20% это легче, чем нормальный и нормальный, чем карбид оригинальный. Так, это еще быстро вешу. Так, это Искар 7.2.6 ламина 7.0.9 Таугутек 7.2.1. теперь идет фейк Искар 4.9 Mitsubishi фейк 5.3. И вот оригинал 6.7. Ну так, тоже немножко тут. Вот сравнение. Искар был 7.3. Такая тяжелая пластина. Вот 7.1.2. 7.2.9 тоже тяжелая. Вот и фейк 4.9. 5.3.